कृष्णा हाय कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना जय हो यशो कन्हैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशो कन्हैया की जय जय कृष्ण कन्हैया की जय हो यशो कन्हैया की जय जय कृष्ण कन्हैया Родился мальчик. Да. Эй, мальчик! У хозяйки родился мальчик! Подожди. Радость-то какая! В чем дело? Гляди. Неужели двойня? Вот хозяин обрадуется. Боюсь, что нет. Я не все сказала. Что? Хозяйка скончалась. Как? Не могу поверить. Бедная наша хозяйка. Такое горе. Роды были очень трудные. Сердце не выдержало. Бедняжка так мучилась. Только прошу тебя, никому не говори, что у хозяйки родилась двойня. А почему? Потому что один из этих двух мальчиков станет нашим. Ты думаешь, что говоришь? С ума сошла? Забрать у хозяина одного из сыновей? Лила, опомнись, это же грех. Судьба ко мне так жестока. Я бесплодная. А скольким помогла родить? Разве это справедливо, скажи? Такого случая больше не представится. Возьмем мальчика, и он будет для меня частичкой моего собственного сердца. Ну что стоишь? Бери ребенка и пошли домой. Но, Лила... Никаких «но». Хочешь в старости без опоры остаться? Так братья-близнецы были разлучены. Когда купец Сундардас вернулся домой, секретарь сказал ему, что у его жены Шанти родился сын. Но роды были очень тяжелые, и она умерла. Сундардас долго переживал ее смерть. Шло время. Сундардас день и ночь проводил в заботах о сыне. Но, несмотря на это, ребенок рос очень слабым. Видя беспокойство хозяина, секретарь посоветовал ему снова жениться, потому что мальчику нужна мать. Об этом прослышал управляющий Гиндамал. Воспользовавшись случаем, он предложил купцу взять в жены его сестру Камени. Купец Сундардас не хотел жениться. Однако Гиндамал после долгих и красноречивых уговоров сумел убедить его в правильности этого шага. Камени стала хозяйкой в доме Сундардаса. Она обещала купцу, что будет заботиться о его сыне Кишане, как о своем собственном. Так у Кишана появилась мачеха. А Канхая тем временем рос в доме Бхаларамы и Лилы. И странное дело,
Когда одному из близнецов было больно, другой тоже чувствовал боль. Камени! 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 Оказывается, у тебя есть сын? И, скорее всего, незаконно рожденный. Его отец, как видно, не захотел на тебе жениться. И, я думаю, просто-напросто сбежал. Господин, выслушайте меня. Этот бедный малыш... Замолчи! Негодяй, подлый обманщик. Что бы ты ни говорил, я вас обоих насквозь вижу. Подсунул мне свою сестрицу в жены и успокоился? Считал, что я ни о чем не узнаю. А вы будете, как муравьи, по крупицам растаскивать все мое богатство. Но при этом ты не учел только одного. Не такой уж я наивный дурачок, как вы думаете. Все, кончено. Вы оба пойдете с протянутой рукой. А ты еще пожалеешь, что стала моей женой. Такое коварство не проходит безнаказанно. Будешь даже прислуги завидовать. Я не виновата. Выслушайте меня. Лучше молчи! Змее пристало только шипеть. Все сделаю, чтобы вашу жизнь превратить в ад. До конца дней будете мучиться. Убирайтесь прочь. Прочь. Осторожно. Что с вами, господин? Негодяй. Господин. Беда. Доктор, какая? Есть у нас хотя бы надежда? Сожалею, но здесь медицина бессильна. Он будет видеть, будет слышать, но разговаривать и передвигаться он уже не сможет. Неужели так и не встанет? Никогда? Я выписал для него лекарства. Давайте их регулярно. И надейтесь на чудо. Кто знает, может, он и поправится. Все зависит от Бога. А сейчас, простите, ему нужен покой. Конечно, доктор. Пойдемте, я вас провожу. Господин, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Спасибо, господин адвокат. Прошу вас, идемте. Пожалуйста. Видишь, как все обернулось? Теперь тебе придется милостыню у меня просить. Теперь ты будешь в моих руках. А я постараюсь, чтоб тебе жить расхотелось. Ты узнаешь все муки ада, что готовил мне, сто крат еще к тебе вернется, пока не околеешь, как последняя собака. А когда это случится, я, твоя законная жена, никто не сможет отрицать, что это так. Я получу все твое богатство. О нет, Камень, можешь об этом забыть? Ну почему? Дело в том, что старый хитрец как будто все заранее предвидел. Завещание составлено так, что если он или его сын умрут, то нам ничего не достанется. Все имущество и земля переходят в благотворительный фонд. Нет, это невозможно. Еще как возможно. Адвокат мне все объяснил. Как бы ты ни хотела, но нам придется заботиться о старикашке и его сыночке. По-твоему, мы ничего не получим? Ну что ты, все получим, только очень нескоро. Как только Кишану исполнится 25 лет... И он станет хозяином. Мы найдем средства заставить его переписать все имущество на тебя. А что ты скажешь, если вдруг Кишан, несмотря ни на что, откажется это сделать? Нет, он не откажется. Мы будем держать его в таком страхе, какого даже козленок в клетке со львом не испытывает. Он будет нам пятки лизать. Дальше порога он не выйдет никуда. Он будет смотреть на мир нашими глазами, это я обещаю. Готов, Махеш? Спасибо. Что случилось? Сам не знаю. Мне показалось, что меня ударили. Не ушибся? Нет, мама. В кино герои еще и не так падают. Но им никогда не больно.
Пойду-ка я в кино. Кишан проснулся. Надо же. Флейту Кишана поет, словно плачет. Еще больше его тело плачет. Гейндамал с камени бьют его каждый день, словно он не человек, а барабан какой-нибудь. И вы молчите, как будто так и должно быть. Что я могу? Я для них никто. Да и не то, что человек, сам черт побоится перечить. Я немного облегчаю жизнь Кишана тем, что подхалимничаю перед ними. Мне это на руку, да и за хозяином удается присмотреть. Не плачь, папа. Твой сын день и ночь молится за тебя. Скоро Бог услышит мои молитвы, и ты поправишься. Вот, выпей. Поганец! Ты что, забыл? Тебе запрещено заходить в эту комнату! 100 раз повторять! А? Щенок! Вставай! Иди вниз! Вымоешь полы! Еще раз появишься здесь, шкуру с тебя спущу! Вон! Плачешь? Хорошо. Плакать и дышать тебе разрешается сколько угодно. Представь себе, у меня тоже есть сердце, как и у всех людей. И я очень переживаю за твоего сыночка. Не знаю, как вышло, но он вырос таким трусливым. Он боится даже моей фотографии, не то что голоса. Да, чуть не забыл. Ведь ему скоро стукнет 25 лет. Полагаю, он не станет упрямиться. Ему надо будет только подписать кое-какие бумаги. И я сразу разбогатею. До свидания, хозяин. Дурак. Идиот. Осел. Ты специально воду разлил, чтобы я упал. Только и можешь пакости делать. Вот я тебе сейчас дам. Долго будешь меня помнить, дармоед проклятый. О, какое несчастье, сынок. Что он с тобой сделал? Сейчас я помогу. Ай, ой. Отойди от меня. Как же это вышло, деточка моя упала. Все, мама, очень больно. Хочет меня извести. Это ты нас благодаришь, гаденыш. Ловко придумал. Разлил по полу грязную воду, чтобы сын мой поскользнулся и разбился насмерть. Мама, нельзя это ему спускать. Выродок, я тебя пручу. Думаешь, твой отец здесь хозяин? Он мне эту рубашку покупал. А? Ну, говори. Кишан, очень больно. Я давно заметила, они так жестоко обращаются с тобой. Почему ты все терпишь? Такой уж я неудачник, сам виноват. Зачем мне надо было затевать уборку, когда Махеш собрался уходить? И так всегда. За что бы я ни взялся, все время какие-нибудь глупости делаю. Ты бы их не делал, если бы тебе их нарочно не подстраивали. Зачем ты так говоришь? Она же моя мама. А Махеш мой брат.
Они оба хорошие. Они очень любят меня. Если б ты повидал мир, ты не был бы так наивен, Кишан. Повидал мир? А какой он? Какой? Высокие горы почти до самого солнца, бурлящие реки, вечно цветущие сады, хрустальные озера. А главное, главные люди. Они гордые и красивые, парят в небесах, словно птицы, и ничего не боятся. Правда? Как бы мне хотелось увидеть все это. Ну что ж, с этого дня, Кишан, я буду твоими глазами. А сейчас снимай рубашку. Зачем? Смажу тебе спину, и боль сразу пройдет. Сначала будет жечь, а потом почувствуешь легкий холодок. Готов? Что это ты себе позволяешь? Думаешь, я резиновый? Эй, смотри-ка лучше на экран. Нечего тут башкой вертеть. Ты, кажется, учить меня вздумал. Ни с того, ни с сего по спине огрел, а теперь... Убери свои грязные руки, а то быстро вылетишь. Тише. Замолчите. Ах так, да? Да-да. Ну, хорошо. Мы в зале, зрителей полно. Есть кто-то злодей, есть и герой. Пора поставить точки над «и». Сядь, ничего не видно. Потом разберетесь. Осторожно. Хотел бы я посмотреть на твоих родителей. Что ты встал? Садись. Я тебе гожусь, старшие братья. Это я тебе гожусь. Маловат ты для старшего брата. Ты меня не помнишь? Я тебе вчера еще сопли вытирал. Я ошибся. Не будем нервничать. Давай так и договоримся, а? Ты старший, он младший, а я буду средний, да? Что нам, братьям, делить? Я пойду, пожалуй, кино еще не кончу. Куда ты пошел? Ты меня? Сейчас я тебе покажу свое кино. Хорошо, только не сегодня. На. Молодец! Вот это герой! Ира! Ну что дрожишь, трус? А ну вставай, покажи всем, на что ты способен. Или ты ждешь, пока зрители начнут аплодировать, а? Ответить? Конечно. Будешь знать, негодяй, как себя вести. Да. Я. Видели? Он дерется, как Чакраборти. Ну что, хватит! Эй, герой! Куда вы? Постойте! Я здесь! Спас мою жизнь. Ах, как здорово ты дерешься. Настоящий киногерой. Я и не думала, что такие в жизни бывают. Где ж ты так научился? Теперь я твоя поклонница. Неужели? Пожалуйста, дай мне автограф. Автограф? А почему бы и нет? А, только чем? Вот. Бумага? Бумага? Герой? Очень рад тебя видеть. Да, дорогой Гендамал, плохой ты друг, оказывается. Да? Да, разве друзья так делают? Мы не видели сотню лет, хоть бы поинтересовался, как я тут живу. Извини, Ведьячаран,
Я же один, как пирог. Все один? И в последнее время столько навалилось на меня. Пожалуйста, проходи. Принеси виски. Слушай, а мне, если можно, ром. Ром. Отлично. Ну, рассказывай, Гиндамал. А что это ты вдруг обо мне вспомнил? Я и не забывал о тебе никогда. Приехал в город и сразу решил навестить. Познакомься. Это мой партнер Шридхар. А. Ну, а это моя... Минутку. Не торопись. Может, я и ошибаюсь. Это твоя дочь, Анжу. Да-да, дорогой. И как ты только ее узнал? Должен сказать, у меня хорошая память и на лица особенно. Сэр. Спасибо. Стоит мне кого-нибудь хоть раз в жизни увидеть, не забуду до старости. Ну и красавица, совсем взрослая стала. Как дела, дочка? Хорошо. Дядя, можно я вас кое о чем спрошу? Вы в кино не хотите сниматься? Шутишь? Думаешь, можно стать кинозвездой на старости лет, а? Из вас получился бы прекрасный злодей! Простите, это не я, это он! Он сказал! Ты меня когда-нибудь уморишь! Ведь еще рано. Дочка у тебя успела вырасти. Да. Не пора ли замуж выдавать? Я и сам об этом думал. Только парень достойный не попадался. Может, есть у тебя кто-нибудь на примете? А Махеш? Моей сестры Камени, сынок. Молодой, красивый, порядочный. Уж можешь мне поверить, более подходящей пары для Анжу тебе не сыскать. Надо подумать. А ты, дочка, что молчишь? Ну, пап, чтобы составить мнение о фильме, мало слухов. Надо обязательно самой пойти в кино. Я доверяю только своим впечатлениям. И на жениха надо взглянуть. Вдруг окажется, что он злодей, а не мой герой. Ой, как болит сердце мое от тоски. Видно, к любимой не найду я пути. Эй, Гонсая, опять напился. Жаня, ты же внимательно. Слышишь? Это не Канхая там? Да, тетя, напился и поет. Ой, как сейчас залетит. Что я вам говорила? Негодный мальчишка, замолкни сейчас же. Тихо. Посмотрите на него, мало того, что не работает, тихо. Еще и пить начал. Пусть работают те, у кого душа лежит к этому. А я в душе артист. Служителям музыкалок просто не положено. Так-то. Наше дело скитаться по улицам, словно отверженный, и ублажать искусством людей. Не ругайте его. Тетя, в него вселился дух Дилипа Кумара. Значит, дух. Вот сейчас я его изгоню. Тетя, это он после кино такой. Мы смотрели «Боль сердца моего». Там играет Дилип Кумар. Вот он ему и подражает. А он ничего не пил. Совсем не пил? Нет. Подражаешь? А? Да, мама. Именно. Это называется врожденный талант. А мать зачем дразнишь? Не стыдно тебе? Кишан, ты с детства играешь эту мелодию. Откуда она? А ну-ка, признавайся. Ты сам ее придумал? Не знаю. Я взял в руки свирель, поднес ее к губам, и она зазвучала. А меня ты можешь научить? Ты правда хочешь? Угу. Хорошо. Тогда повернись ко мне спиной. Подними руки.
Интересно, где этот дурачок может шляться? Зачем вы разрешили ему выйти из дома? Прости, братец, но раньше он никуда не выходил, а сейчас даже не спросил разрешения. Если он не вернется, что тогда будет? Будет позор на всю семью. О чем вы? Я и говорю, этого слугу давно уже надо было прогнать со двора. Пьянствует, попрошайничает все время, а может и ворует. Гнать его в шею. А? Что это вы все такие кислые? Кишан с утра ушел и как сквозь землю провалился. Всю деревню обыскали? Нет его. Если его и в деревне нет, значит, он сбежал. Сбежал? Сбежал. Вряд ли. Куда ему деваться? Да, можем поспорить на 5 рупий. Но нет. Пока его отец здесь, сам он никуда не уйдет. Ну тогда... Вот он. Хорош, а? Вывалился в грязи, как свинья. Ну, что молчишь? Я не... Что за что? Подождите, прежде чем лупить, спросить его, где он был целый день. А ну говори, несчастный выродок, говори, где ты был целый день. Говори, прошу тебя. Ну, где ты был? Я с Радкой встречался.
С Радхой? Радха? Кто это? Это деревенщина, дочь Харирама. Да? Зачем ты к ней ходил, а? Понятно. Что за вопрос? Зачем это юноша ходит к красивой девушке? Конечно, на свидание. Молодость, знаете ли. Как ты посмел? Камени! Подожди. Кишан, ты что, любишь ее? И, конечно, хочешь жениться? Бывать этому! Выродок поганый! Решил девку из ниши касты в дом привезти! Замолчи, камени! Ну что же, я поговорю с отцом этой девушки. А? Иди. Братец, ты с ума сошел? Убирайся! Что ты задумал? Все что угодно, только не это. Ведь она же просто овца. Вы что, решили тут скотный двор устроить? Скотный двор, ты сказал? Для Кишана овца подходит как нельзя лучше. И нам это на руку. От умных до грамотных жен любых бед в семье можно ожидать. Я буду ее, как и Кишана, держать за самое горло, чтобы не пискнула. Мы с тобой уже не первый раз здесь встречаемся, ведь так? Ты, наверное, заядлый киноман. Да, да. Я тоже люблю кино, а видео терпеть не могу. Как можно таких великих актеров смотреть на таком маленьком экране? Ты со мной согласен? Да. Им подходит да. только большой экран и только одни крупные планы. Главный герой и героиня стоят рядом. Это так же величественно, как Ганг в Гималаях. А что хорошего в видео? Смотреть видео – одно расстройство. Ведь так? Верно. Видео – ерунда. У меня было 2 видео. О. И я их все раздал в детские приюты. Да? И когда кто-нибудь зовет меня на видеофильм, знаете, я что отвечаю? Что? Не смеши меня! Не будь идиотом! Такие актеры должны появляться на экране величиной с неба, а не с маленькой девичьей носовой платок. Ваше глупое видео видеть больше не желаю, хоть убейте меня! Убейте! Дилип Кумар, такой талант пропадает. Скажи мне, чем ты занимаешься? Как чем? Как чем? Живу, как все люди. Ем, пью время от времени, гуляю, потом спать ложусь. Эй, 2 лимонада? Нет, ты не понял меня. Ну, чем ты на жизнь зарабатываешь? Я знаю. Ты, наверное, занимаешься контрабандой. С 3 до 6. С 6 до 9. С 9 до 12. Я в кино. 3 сеанса как минимум. Да. А ты чем занимаешься? Контрабанда? Золото? Наркотики? Нет. С 3 до 6. С 6 до 9. Хожу в кино. Вот это да! Как мы подходим друг к другу. Выбирай, куда отправимся на следующий сеанс. В клубе сегодня вечер. Я должна пойти туда. Какой клуб? Нишант. О, Нишант! Хороший клуб, а? Ты там бываешь? Что значит бываю? Если я там хоть день не появлюсь, можешь не сомневаться. Этот клуб вместе с фундаментом поднимут и на дом ко мне доставят. Тогда мы сделаем так. Приходи туда вечером. Здорово, да? Я буду тебя ждать там. Придешь? Лобо! Лобо! Хорошо, что ты пришел. Я ищу тебя целый день. Что случилось? Что случилось? Хозяин этого костюма уже 10 раз сюда приходил. Я ему говорю, одежду еще из чистки не приносили, а он ноет и ноет. Из-за тебя я могу и место свое потерять. Забирай, а мне давай другой. В 1000 раз шикарней. Еще один? Тебе что, здесь лавка? Когда-нибудь меня уволят? Да еще за решетку отправят. Конечно, тебе-то что, ты в стороне? Хорош друг. Пора этот маскарад кончать. Столько лет ничего не случалось. И сейчас пронесет. Давай костюм. Простите. Если бы мне это раньше сказали, я бы... Привет, Анжу. Привет. Кого это ты ждешь? Своего героя. Не шути так, забыла. Я здесь, мы уже виделись. Ha 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 ha!
героиня! Герой! Привет! А? Как ты прошел сюда? Я тебя уже давно караулил. Дорогая, я преодолел столько преград на пути к тебе. И поэтому не заставляй свои мысли продираться сквозь заросли сомнений. Хорошо? Кстати, чуть не забыл. Древо нашей дружбы уже расцвело, а мы до сих пор не знакомы. Эй! Конечно, пора познакомиться. Итак, меня зовут Анджу. Ну, а вашего слугу, чье сердце давно витает над долинами любви, родители назвали Канхая. Ну как, рада, что мы сегодня встретились. Очень. Поверь мне, я действительно этому очень рада. А для меня это нечто большее, чем просто радость. Клянусь. Что? А, вот это. Это? А, именно. Даже так? Неужели? Оля-ля, похоже, это его костюм. Шридхар, это мой герой, Канхая. Канхая, познакомься. Эй, отойди-ка подальше, а то как бы от такого перегара костюм не пострадал. Ну, этот костюм. Костюм? И что дальше? Дальше... А эти туфли? А? Это мои собственные туфли, и что? Нет, ничего. Я только хочу сказать, что из моего особняка такие же украли. Пойдем, Аджу, я познакомлю тебя со своими друзьями. Все, не уходи, выпьем сначала по стаканчику с тобой, шутник. Ишь какой, стаканчиками пусть всякая мелкота пьет. А я, если пью, то сразу целую бутылку. Целую бутылку? Ага. Видишь, Шридхар, что значит молодость? При чем тут молодость? Бутылку так бутылку. Ну что, устроим состязание между костюмом и туфлями? Ага, я согласен. Да, давай. Состязание, как интересно. Тогда пошли в бар. Отлично. Готовы? Да. Раз, два, нет, три. Нет, нет, пить одновременно нельзя. Как ты убедишься, что я выпил все до дна, без обмана? А я не смогу за тобой наблюдать. О, верно. Итак, пусть первый пьет тот, кто моложе. Тогда я первый. Ты? Хорошо, пусть начинает. Первому всегда тяжелее. Слышала? Молодец! Фантастика! Целая бутылка до дна. Подумаешь. Эй, бармен, бармен, принесите еще одну бутылку. Теперь я, моя очередь. Твоя. А что? Как договорились, конечно, теперь я должен пить. Он же выпил свою бутылку. Не умеет он пить. Куда ты меня тащишь? Полегче. Кошмар. Ну зачем ты это сделал? А что оставалось? Видела? Он смотрел на мой костюм, как будто он его, и я должен был терпеть? Хочешь, я тебе кое в чем признаюсь? Да. Когда ты пришел сюда, мне показалось, что... Что? А то, то же самое, что и тебе. О. Thank you.
Здравствуй, дочка, как дела? Хорошо. Я очень рад, проходите. Честно говоря, я уже не надеялся, что вы приедете. Ну как же, Гильдамал, ты нас позвал на семейный праздник, и мы не приедем. Спасибо, Видьячаран. Позволь тебе представить, моя сестра Камени. Здравствуйте. А это ее сын Махеш. Очень приятно. Махеш, сынок. Это Анжу, дочь господина Видьячарана. Привет, детка. Здравствуй. Нет, так дело не пойдет. Надо вам как следует познакомиться. Махеш, ну что же вы стоите? Не годится. Анжу, дочка, не стесняйся. Это не в моих правилах. О, идем, Махеш? Аксалунья. Они просто созданы друг для друга. Да, да. Согласитесь, хорошая пара получилась бы из них. Пошли. А кто твой любимый герой? Герой? Какой герой? В индийском кино. О, индийские фильмы глупые. Один посмотришь и достаточно. Они все одинаковые, поэтому я на индийские фильмы не хожу. Предпочитаю американские боевики. Американские? Именно. Гадость. Было бы что смотреть. В них же нет ничего, кроме секса и насилия. А что тебе надо еще? Я люблю секс. Какой же фильм без него? А у тебя отношение к сексу другое?
Я люблю секс, идиот. Вау! Дети мои, вам еще надо поклониться госпоже Камени и дяде Гриндамалу. Идемте, идемте. Ну вот, видите, дело сделано. А, вот и молодые. Долгой вам жизни. Живите в мире. Наконец-то вся семья вместе собралась. Надо сфотографироваться. Эй, фотограф, иди сюда. Займись быстрее, делом. Быстрее. Все тебя ждут. Снимай, снимай. Эй, жених, цветы закрывают твое лицо и не дают нам разглядеть, за кого мы выдаем такую красивую девушку. Раздвинь их. Вот так. Хорошо. Ну, теперь улыбнитесь нам. Долго ты будешь любоваться? Сейчас. Все, спасибо. От всей души поздравляю вас со свадьбой. Пойдем, Радха. Пусть папа нас благословит. И у нас скоро будет тоже. Дурак. Папа, это Радха. У нас сегодня свадьба. Красивая? Гриндамал, трудно должно быть содержать такой большой дом. Лучше продай его. Разве тебе помешает лишние 60-70 миллионов? Сколько вы сказали? Ты шутишь ведь, Ечеран? Кто за эту развалину даст столько денег? Найдутся желающие. Да вот я хотя бы. Как? Вы? Да, а что? Я открою здесь первоклассный отель. Город недалеко. Вокруг горы. Это место создано для отдыха. Ну, согласен? А? Я вас не тороплю. Такие вещи сразу не решаются, я понимаю. Надо все взвесить. И если надумаете, присылайте ко мне своего адвоката. Идет? Конечно, дорогой. Вот и хорошо. До свидания, Венеша. Всего доброго. Пока. Прошу. Анджу, доченька. Поедем. Приезжай к нам почаще. Спасибо, тетя. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Пока. Сколько денег сразу? 70 миллионов. Достойная награда за наше долготерпение. Как вовремя за этот дом дают 70 миллионов. Ведь Кишану скоро исполнится 25 лет. И тогда все эти миллионы станут нашими. Кишан! Кишан, принеси чай. Ваш чай. Смотри, стакан разбился. Я не виноват. Убери, пожалуйста. Хорошо. Сейчас же. Мама, это все она, деревенщина безрукая. Кто послал ее ко мне с чаем? Понятия нет. Не имею. Эта грязная девчонка не только нищая, но еще и бесстыжая. Только в дом вошла, уже решила во всей красе нет. Показать себя. Не Я надо. Тебя пручу. Сейчас получай. Получай. Так, ма. Будешь знать у меня. Свалилась на нашу голову. Получай. Радха. Радха. Я тебя живо отучу безобразничать. Получай! Себе так вас, лентяи без руки, дармоеды! Не бейте мою Радху! Жить не даете! Получай! Получай! Не бейте! Не бейте меня! Сынок, успокойся!
Что-нибудь случилось? Ты так кричал. Мам, знаешь, твоего сына били во сне. Это все твое дурацкое кино. Тебя не во сне, тебя наяву бить нужно уже 11 часов, а ты все валяешься сны, смотришь, негодник. Вставай. 11. О, боже, я опоздал на 12 кино. Опять в кино? У тебя день и ночь кино, то фильм, то сны смотришь. Больно. Не пойдешь никуда. Хватит, нагулялся, отправляйся в больницу, тебя берут на место санитара. Санитаром? Меня? Великого киноактера? Когда-нибудь мне весь мир руки целовать будет. И ты, моя мать, хочешь, чтобы я этими нежными руками менял просто не больных? Стирал белье и таскал кашки? Не болтай. Каждая работа в почете, если ее делаешь хорошо. Одевайся и пошли со мной быстро. Хорошо, хорошо, хорошо. Завтра. А сегодня на утреннем сеансе санка вражика. Ох ты, бездельник, на все ему наплевать. Только бы кино не пропустить. Вот, не дам тебе одежду, посмотрим, как из дома выйдешь. Тихо. Сейчас? Что сейчас? А то. Не дашь одежду, голым пойду. Подожди, Лоба! Маргарет. Лоба, я тебя ищу по всему городу. Ты ничего не знаешь? Я в храме обед дал. Через 2 месяца ты станешь хозяином прачечной. Смотри, я тебе и сладости принес. Что-то ты хитришь со мной, парень. Чего надо? Открой прачечную. Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь одежду. Ты в своем уме, а? Это что, моя собственная прачечная? Я простой работник, а ключ всегда у хозяина. Да, кстати, у меня сегодня помолвка. Это моя невеста Маргарет. Поздравляю. Идея. Пошли. Куда ты меня тащишь? Раздевайся, быстро! Это еще зачем? Не беспокойся, я тебе все верну! Щекотно, прекрати, у меня же сегодня помолвка! Что ты делаешь? Я же не могу показаться перед будущей тещей в таком виде! Оставь хотя бы носки! Спасибо! Эй, Канхая! Канхая! Привет! Салют! Почему ты опаздываешь? Я уже целый час жду. Я не виноват. Везде такие пробки. Все сигналят, нервничают. Знаешь, иметь машину – просто наказание. Да? А в кино мы с тобой уже не попадем. Что? Нет билетов. Что это на тебе такое? На мне? Все как в кино, узнаешь, бродяга я. Из страны, где течет Ганга. Мое имя Клоун. Замутились твои воды, Ганга. Хватит изображать Раджа Капура. Поехали в другой кинотеатр. Ну, садись в машину. В машину? Выходи из образа. Из-за тебя мы можем опоздать в другой кинотеатр. Ну, давай, поехали. Открой мне дверь, Клоун. Сейчас открою. Ладно, машина! Стойте! Моя машина! Там же 5 миллионов! Куда он поехал? Помогите! Угнали машину! Украли! Стой! Куда он поехал? Это моя машина! Моя! Эй! Машина! Стой! Угнали машину! В какой кинотеатр едем? Тадж. Тогда поднажми. Успеем. Почему он так рассигналился? Рассигналился? На перегонки предлагает. Да? Отлично. Да. Подлый вор. Мой портфель. Остановитесь! За нами гонится. Откуда взялся? Ой, смотри! Куда? Стойте! Подождите! Остановитесь! Это же моя машина! Здорово! Только бы не перевернуться! Не волнуйся! Подъезжай!
भूल जा दिया जुल्फों से तेरी खता हो गई नाचे जिया सांसी बनी सरगम पिया चांद के देश में दिल मेरा उड़ गया कुछ हो गया हो गया क्या हो गया बता Господин Видьячаран, я не виноват. 5 миллионов, которые вы мне дали, были в дипломате. А дипломат в машине. Я вышел на секунду позвонить маклеру. Машину тут же угнали. Машину я догнал. А дипломат исчез. Знать ничего не желаю. У тебя были мои деньги. Украли их. Или они сами улетели. Ты их мне обязан вернуть. А в противном случае должен тебя предупредить. Ни в деловом мире, ни в обществе тебе места не будет. Уж я об этом позабочусь. Простите. Понимаете? Хватит. Папа, а? Ты не представляешь, как здорово все было. Он герой. А? Он устроил настоящие гонки. 10 машин хотели нас догнать. Но куда им с нами тягаться? Они все отстали. У нашего автомобиля словно крылья выросли. Еще секунды, и мы бы взлетели. То на одном колесе, то на другом колесе. Потом нас подбросило, мы начали набирать скорость, и вдруг бах! Обидно, но телеграфный столб не выдержал и рухнул. А то бы он заехал на провода и гнал по ним. Ну и дела. Насмешила. Послушай, дочка, не хочешь ли пригласить нового приятеля? Ты нас заинтриговала своими рассказами. Только и слышно, как день и ночь его расхваливаешь. Познакомь нас. Хорошо, познакомлю. С радостью. Значит, ты и есть тот герой, перед которым преклоняется моя дочь, которым она нам все уши прожужжала. Да-да-да, так и есть, он мой герой. У него красивое имя, Канхая. Канхая. А я думаю, его лучше было бы назвать Альфонсом. Такого афериста и такого охотника за богатыми невестами свет еще не видал никогда. Что ты говоришь? Перестань. Как есть, так и говорю. Кому ты поверила? Рядом с тобой обманщик высшего класса, лгун и бездельник. Нет, у него и не было никакого особняка, если не считать его убогой хибарой. Это самое, что ни на есть, ничтожество.
и живет он хуже последнего нищего. Ну, отец! Думаешь, я тебя обманываю? Как бы не так. Шридхар! Лоба! Лоба! Пожалуйста, вот лучшие доказательства моих слов. Его друг, Лоба, Шридхар. Он мне многое поведал. Например, такую интересную вещь. Этому горе-герою нечего даже надеть, чтобы выйти на улицу. И одежду, когда он идет на свидание, он берет из прачечной, где работает этот балбес. Кстати, костюм, который был на нем в тот вечер, как раз мой. Да, и сегодня, думаешь, он пришел в своей одежде, ошибаешься. В моей. Это все правда? Ты обманывал меня, а я тебе верила. Молчишь? Может, они все это придумали. Скажи мне, Кангая, они правы? Ты позарился на богатство моего отца, ты лгал мне. Не говори ничего с этого дня, чтобы я больше никогда в жизни тебя не видела. И не пытайся со мной встретиться. Ненавижу тебя. Твой голос, твое имя, твою любовь тоже. Эй, герой, подожди, у меня к тебе дело. По-моему, за тобой остался должок. Господин Ведичаран, спросите у этого афериста, где ваши деньги. Ты за них отвечаешь? Ты и спрашивай. Мне совсем не интересно, где они. Единственное, что я хочу, чтобы их возвратили. Счастья тебе, сынок, и долгой жизни. Этот радостный день мы навсегда запомним. Ведь сегодня Кишану исполняется 25 лет. Поздравляю. Итак, по распоряжению твоего отца, ты становишься законным владельцем земли и всей собственности. Надо лишь поставить отпечаток пальца. Долго тебе жизни, сынок. Братец, а ты? Кишан, вот ты и вырос, а? Махеш, поздравь, и ты? Кишан, братец, ты молодец, поздравляю тебя, поздравляю, поздравляю тебя. Поздравляю вас, господин. Вот и пришло время. Как вы и хотели... Земля и дом переходят теперь к вашему сыну. На этом моя скромная миссия закончена. Если возникнут вопросы, звоните. Господин секретарь, прошу вас, проводите меня. Конечно. Одна формальность. Сначала приложи палец, потом можешь есть сколько угодно. А что это такое? Согласие на мое опекунство. Ты еще очень неопытен, и лучше, если дела буду вести я. Надеюсь, ты мне веришь? Вместе можно горы своротить, а один ты ничто. Прикладывай. Папа? Ну, давай. Смелей. Не приложу. Ты смеешь мне прикословить? Как это понимать? Думаешь, я тебе желаю зла? Кишан, может, ты объяснишь, что с тобой происходит? Почему ты вдруг перестал нас слушаться? Пожалуйста, сынок, не упрямься, если ты не хочешь нас рассердить. Прикладывай. Одумайся, пока не поздно. Сказал, не буду, значит, не буду подписывать. Пожалеешь.
Ах ты, выродок. Такой наглости я не ожидал. Столько лет растили тебя, и ты так благодаришь нас за все, ублюдок. Ты, видно, решил пустить нас по миру с протянутой рукой, да? Приложишь? Нет. Нет? Нет. Нет. Не бейте его. Пожалуйста. Умоляю. Не надо. Не бейте его. А ну, просто. А ты куда? Да или нет? Нет. Не надо! Не надо! Не надо! За что? Не надо! Не бейте меня! Не бейте меня! Не бейте! Подонки! За что? За что? Ну что, герой, очухался? Куда ты дел мои 5 миллионов, скотина? Ты, видно, слишком много виски выпил. Не знаю, о чем ты говоришь. Где деньги, придурок? Если ты сейчас не скажешь, то пожалеешь, что на свет родился. Макшир! Мама! Нет! Нет! Не трогайте мою маму! Я ничего не знаю про эти 5 миллионов! Клянусь маминым здоровьем, я их в глаза не видел! Клясться матерью все равно, что смерти ей желать! Отпусти ее! Верни мне деньги сначала! Отпусти маму, я сказал! За мои грехи перед Богом. Вот и наступил день расплаты. Скажите, как это случилось? Что с ним? Операция была очень сложной. Раны опасные.
Не хочу зря обнадеживать. Так плохо, доктор? Да. Мы все сделали, что могли. Остается надеяться на чудо. Сходи с ума, раскрой ладонь и приложи палец, Кишан. Нет, не буду. Я же уже сказал. Не будешь? Нет. Что стоите, бейте его, пока не приложит палец. Пожалуйста. Не бейте меня! Не бейте меня! Не надо! Вот и все, что от тебя требовалось. А теперь сбросьте его вниз в море. Бросайте! Прости меня, ведь ты же всю жизнь из-за меня, никчемного человека, страдала и погибла, прости. Хватит, не надо, всех слез все равно не выплачешь. Хватит, успокойся, доктор запретил тебе волноваться и плакать. Я узнал, где этот негодяй Шридхар все это время скрывался. Ты, кажется, удивлен. И это так понятно, ты ведь всадил в меня столько пуль. Я пришел отомстить тебе за мать. Можешь не сомневаться. На этот раз осечки не будет, пощады не жди, мразь!
किशन अकेला राधा बिना है किशन अकेला छोड़ नहीं जाना छोड़ नहीं जाना родной мой किशन неужели ты покинул нас Радха не надо плакать किशन папа किशन вернулся нет милая но он вернется Мы ничем не можем ему помочь. Остается только надеяться и верить. И он вернется. Нет, папа. Я знаю, они очень сильно били Кишана. Хотели, чтобы он приложил палец к бумаге. Он не выдержал издевательств и убежал из дома, папа. Он не вернется никогда. Не бейте меня! Не бейте! Не бейте! Не надо! Что случилось? Сынок. Не знаю. Не могу больше. Почему эти видения преследуют меня? Видения? Что за видения? Деревня. Река. У реки храм. Старый дом. Красивый, большой. Удивительно. А что в доме? В доме очень светло. Я вижу широкую лестницу наверх. И еще часы на стене. Но они остановились. Часы. Да они стоят уже. Очень много лет. Что? Что это значит, папа? Ты видел еще что-нибудь? Меня, папа, меня били палками. Очень жестоко били. Я ужасно кричал от боли. И кровь у меня текла из ран. Папа, я очень испугался. За что? За что они меня так били, папа? Мой грех. Неужели? Твой грех? Пожалуйста, папа. Ты должен мне сказать, кого они там избивали? Кто звал меня? Говори, кто это был? Я жду, папа, говори! Твой брат. Брат-близнец. Что, папа? Я уверен. У близнецов так бывает. Эти видения, которые преследуют тебя, означают, что твой брат сейчас в опасности. И его кровь взывает к брату о помощи. Брат? Но... Но я у вас один. Я ничего не понимаю. Объясни, наконец, папа. Честно говоря, ты мне... Ты не мой сын. Как? Прости. Твой отец очень богатый человек. У него миллионное состояние. Земли, ферма. Фабрики и дом, который ты видел, его находится он в деревне Рампур.
братец Кишан. Вы совершенно правы, но мне хочется кое-что уточнить. Что? Я не сомневаюсь, что вам даны полномочия распоряжаться всем имуществом, но нет стопроцентной уверенности, что отпечаток пальца на доверенности принадлежит господину Кишану, а не кому-нибудь другому. Откуда эти колебания? Раз я говорю, что отпечаток подлинный, значит, так оно и есть. Как бы то ни было, но мне нужны свидетели, которые подтвердят, что отпечаток именно Кишана. Да, конечно. Господин адвокат. Я свидетель, господин Лакхандвала. Я присутствовал при том и видел, как Кишан прикладывал палец. Там есть моя подпись. Я могу, если угодно, еще раз писаться. Нет, это уже лишнее. Просто я беспокоюсь. Сделка на сотни миллионов рупий. К тому же мой клиент, господин Видьячаран, дает аванс. Чек на 1 миллион рупий уже подписан. И верить на слово, конечно же, никому нельзя. Правильно, а? Совершенно верно, господин Чемравала. Господин Лакхандвала. Я понимаю вас, когда хозяина нету дома. А, ну да. Конечно, не в ваших интересах давать чек на 1 миллион рупий первому встречному, господин Лакхандвала. А если этот негодяй убежит, можете себе представить, ваша компания тогда в трубу вылетит. Хватит! Что за бред? Господин Лакхандвала, как вы знаете, Кишан стал законным владельцем всей собственности отца. И как только это произошло, он на радостях уехал отдыхать. И что тут странного, если наш дорогой Кишан поручил мне вести все его дела? Вот и доверенность. И теперь ваш клиент Видьячаран хочет купить этот участок. И в виде аванса он, благодаря вашей любезности, передает мне чек на 1 миллион рупий. Отпечаток пальца. Кишана, поверьте мне. Ну что же, вы же друзья с моим клиентом. И полагаясь на вашу дружбу, мне ничего не остается, как поверить, что данный отпечаток Кишана. Ввиду его отсутствия, надеюсь на вашу порядочность, я передаю вам этот чек на 1 миллион рупий. Поздравляю, господин Гайдамал. Удалось спастись. Ты говорил мне, что сам прикончил Кишана. Так и было. Кишан! Значит, вы, господин Кишан, как раз вовремя. Вы поможете развеять мои сомнения. У меня ум за разум заходит от этого дела. Это ваш отпечаток? Нет. Нет? Если это не ваш отпечаток, тогда чей же? Вот мой отпечаток. Хватит шутить, дело серьезное. Прекрасно. Похоже, как 2 капли воды. Господин Кишан, значит, вы решили продать все ваши земли и дом, так? Я передумал. Да? Чудесно. Зачем в таком случае меня сюда вызвали, если сделка не состоится? Зачем я тратил свое время? Нет! Не надо! Не бейте его, пожалуйста! Не бейте! Бьется для него лучшее лекарство. Господин, не бейте! Говори! Пес шелудивый вздумал мне перечить? Будешь меня теперь слушаться?
Проси у меня прощения, ублюдок, а то разорву тебя на куски, как ты недавно разорвал эту бумагу. А ну! Не надо! Не бейте! Умоляю! Не бейте! Не бейте его! Все, что угодно сделаю, только не бейте! Если хочешь, чтобы он остался жить, скажи ему, чтобы он еще раз приложил свой палец к бумаге. Иначе ни пить, ни есть не получит. Будет молить о пощаде. Но ни глотка не дам, пока не приложит свой палец. Хорошо, он все сделает, как вы пожелаете. Пойдем. Даю тебе сроку 2 дня. Ты должен это сделать, послушайся их. Так будет лучше. Забыл, как они в тот раз тебя избивали. И сегодня тоже. Я не могу больше на это смотреть, Кишан. Не могу. И не надо нам с тобой никаких денег. Пусть они все заберут. Только бы отстали от нас. Можно сразу уехать. И папа с нами поедет. Господин, я очень виноват. Мечтая о потомстве, я совершил великий грех. Украл ребенка. Господь уже сполна покарал меня. Господин, я пришел, чтобы молить вас о прощении и вернуть вам сына, вашего Канхая. Вот он перед вами. Хорошо, дорогая. До завтра. Что еще? Я не звала тебя. Я принес молоко. Я не хочу никакого молока. Отнеси его обратно. Ну, что стоишь, как истукан? 2 раза повторять? Прошу прощения, мама. Я насчет отпечатка пальца на доверенности. Что? Да, мама. Если доверенность будет оформлена на твое имя... И все имущество перейдет к тебе. Я готов поставить на ней отпечаток своего пальца. Серьезно? Ты не шутишь? Как можно? Дядя хочет сделать так, чтобы все имущество досталось ему. Но это же плохо. Он никому ничего не даст. И тебе тоже. Да? Да. Но это же несправедливо. Ведь так? Потому что ты мама. И я не позволю, чтобы все досталось не маме, а дяде, так? Конечно, ты молодец. А почему ты на полу? Садись рядом со мной, сынок. А можно положить голову к тебе на колени? Зачем ты спрашиваешь? Скажи мне, а когда ты сможешь приложить палец к документу? Это будет полнолуние. А когда это? Твое полнолуние? Точно не знаю, но я постараюсь выяснить у астролога. Что завтра же к нему сходил. И, пожалуйста, мама, дяде не говори. Да и Манхеше не стоит. Он такой наивный дурачок. Еще раз болтает. Не волнуйся, никто не узнает. Ни один человек. Ты прелесть. Пусть все богатство тебе достанется. Потому что ты моя... мама. Да? Камень не так сказала? Ах, какая подлая змея, и как только решилась на это. Против брата? Так вот, и еще она просила, чтобы вам я не говорил, что доверенность будет оформлена на нее одну. А я против этого, ведь вы мой дядюшка.
Молодец. Я от нее такой прыти никак не ожидал. Весь банк решила сорвать. Умница какая нашлась, а? Кого перехитрить вздумала? Меня? Не переживайте. Я ни за что не дам ей обмануть вас. Как бы не так. Потому что в этом доме самый умный, опытный и самый честный человек, который сможет успешно распоряжаться всем имуществом, это вы, дядя, вы. Да, верно. Только ты это и понимаешь. Конечно. Поэтому я и решил, что будет лучше, если я перепишу на вас все, чем владею. Вы же мой родной дядя. А? Ты никогда не пожалеешь, сынок, поверь. Спасибо. Только прошу вас, дядя, не прогоняйте меня. Я бы хотел быть рядом с вами и помогать вам во всем. Вставай, вставай, сынок. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Мое сердце всегда открыто. Я же твой родной дядя. Кто здесь? Ты что? Махеш, хочешь, я тебя помассирую? А, давай. Конечно. Кретин. Что? Что, братец? Неужели больно? Ты что, спятил, что ли? Принеси лучше чаю. Я у тебя на побегушках, да? Что? Бунт? Дармоед! Мама! Мама! Больно! Махеш, я бегу к тебе! Больно, Махеш? Что с тобой, братец? Может, врача? Махеш! Или уже прошло? Что с тобой? Почему ты стонешь? Мама, этот подлец Кишан накинулся на меня и стал так избивать, что я, наверное, умру. У меня и в мыслях не было. Да и откуда у меня столько сил, чтобы избить Махеша? Зашел я сюда, смотрю, мой братец Махеш лежит на полу и стонет, но точно маленький ребенок. Мама, мама, мама! Я его сразу с пола поднял и на кровать положил. Вот и все. Врет, врет, мама, не верь ему! Я ему говорю, принеси мне чай. А он мне... Я у тебя что, на побегушках, да? А потом стал меня избивать ни за что. Ну зачем ты придумываешь, Махеш? Я же сразу принес чай. Вон он стоит. Эх, Махеш, у тебя и вправду что-то с головой. Я давно говорил, пьянство до добра не доведет. И тебе не стыдно? Каждый день у тебя праздник. Без бутылки уже обойтись никак не можешь. Так и до белой горячки недалеко. Пора с этим кончать. Но я же не вру, дядя. Нет, врешь. Кишан не мог этого сделать, потому что он парень умный и очень честный, а? Честный и умный? Да. А тебе надо поменьше пить. Идем. Да, сынок, ты даже забыл, что у тебя день рождения сегодня. Неужели сегодня? Да, а ты в такой праздничный день безобразничаешь. А ну, одевайся, скоро гости начнут собираться. सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को नए गीत पे नाच नचाने नए जमाने को
я. Бенд ке сат, о мама, о мама, о мама, тум брейк танц дикхлана, 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 брейк даун хо жае, хо жае, хо жае. नचाने नए जमाने को Почему ты плачешь? Кто ты? Ты ведь Ники Шан. Да. Ты права, Радха. Я Канхая. Его брат. Мы с ним близнецы. Ты его брат? Да, Радха. Так случилось. Сразу после рождения нас разлучили. Это очень длинная и печальная история. Когда-нибудь я расскажу ее тебе. А пока пусть все думают, что я Кишан. Поверь мне, так будет лучше для всех нас. Это поможет нам найти Кишана. Радха, мы обязательно найдем его. Я тебе обещаю. И ты больше не будешь плакать. Где мой Кишан? Где? Что с ним? Канхая! Канхая! Да что с тобой? Где ты был? А? Ты меня не узнаешь? Я Анджу, Анджу! Пойдем отсюда! Канхая! Канхая вернулся! Канхая! Эй, приятель! Где ж ты так долго пропадал? Я с ног сбился, пытаясь тебя найти. Что это? А, отец где? Отвечай, Канхая. Говори, где отец? Где папа? Я не помню. Ты кто? Не надо. Мне надоело. Выходи из образа. Ты что, меня не узнаешь, Канхая? Ну, что с тобой случилось, а? Анджу, иди сюда. Скажи мне, где ты его нашла? А что? Говори. Ну, на улице.
Понимаешь, когда он вернулся из больницы, с ним что-то произошло. Он стал совсем другой. Видения какие-то его преследовали, разговаривал сам с собой. А теперь еще и своих не узнает. Это плохо. Надо показать его доктору. Мисс Анжу, положение очень серьезное. Явные признаки амнезии. Говоря простым языком, частичная потеря памяти. А может и полная. Причина – сильный ушиб головы. Чтобы ему помочь, нужно время. Ну а сколько? Трудно сказать. Что касается лекарства, напоминайте ему сцены из прошлой жизни. Я надеюсь, память восстановится. Мама, я клянусь тебе! Он приходит ко мне каждое утро и издевается надо мной. Ты все врешь. Он просто не способен на такое. Как бы не так. Ты его не знаешь. Еще как способен. И, между прочим, объясни мне, с каких это пор ты его так полюбила? Кишан хочет переписать на мое имя все имущество. Что? Подожди, подожди, мам, не может быть. Ты хочешь сказать, что он перепишет все, что имеет на тебя? Да, а вот дядя из этого богатства не получит ни гроша, сынок. Как же так? Ай-яй-яй, вот наконец-то и попалась, сестричка. Братец, ты... Значит, правду говорил Кишан. А я еще надеялся. Хочешь одним махом все к рукам прибрать, сестрица, а меня, как старую рухлядь, решила на помойку выкинуть? А ты святой у нас. Как удав человека живьем проглотить можешь. Думаешь, я не знаю, как ты решил меня потихоньку со своего пути устранить. Надеялся один все богатство загробастать и жить припеваючи. Не выйдет. А ты на меня свою подлость не примеряй. Сам ты подлец. Дура. Дважды подлец, и вся твоя семья подлая. Ого. Мы все подлецы, кроме тебя. Ишь, какая честная. Что? А ты-то, красавица, не из нашей семьи, а? Или твой выродок из другой? Негодяй. Я понял. Постойте. Вспомните, кто вам сказал, что мама не даст вам ни гроша, дядя? Кишан. Мама, откуда ты узнала, что дядя хочет сделать? Мне сам Кишан сказал. Теперь вы понимаете? Значит, он всех нас за нос водит, этот Тихоня. Вас натравил на маму, а маму против вас настраивает. Знает, что вы из жадности друг другу глотки перегрызете. Еще и на мне отыграетесь. Мы его держали за осла, а он оказался лисой. И еще какой, и что задумал Тихоня? Стравил нас всех, перессорил и хочет на тот свет спровадить. Кишан! Его нет дома, он на фабрике. На фабрике? Я сегодня впервые пришел к вам, и что я узнал? 25 лет. У вас незаконно удерживали часть заработка. Но этому пришел конец. Я прикажу выплатить каждому разницу за все 25 лет. Командуешь? Да, потихоньку. Вот это хозяин. Жалование нам повысил. Еще и выплатит то, что мы недополучили. Глупости! Выкиньте это из головы. Идите работать. Оставайтесь здесь. Я приказываю как хозяин. Не испытывай мое терпение, щенок. Что стоите, идиоты? Все по рабочим местам. Я пока здесь хозяин. Но хозяин говорит... Ты что, не понял? Вы, видно, дядюшка, хотите с людей содрать последнюю шкуру. А вы не задумывались никогда, что это очень больно, когда с человека сдирают шкуру? Не хотите ли испытать? Кишан! Ты что делаешь, дурень?
Как что делаю? Учу уму-разуму. Ишь, какой смелый, дармоед поганый. Тебе бы как псу перед нами хвостом вилять, а ты посмел поднять руку на моего брата? Ах ты мерзавец! Иди, иди сюда. Вы все трое, слушайте внимательно. До сих пор вы командовали в этом доме, а я терпел. Но теперь все будет наоборот. Радха и я будем командовать, а вы будете работать. Ты, дядя, будешь мыть полы. Ма! Да, да, сынок. Ты будешь подметать. Да, 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 да. Ну, а ты, как тебя... Махеш. А, Махеш, тебе поручаю мыть посуду. Но, Кишан, я не умею мыть посуду. Зачем ты меня бьешь, братец? Затем, что в детстве, когда я учился работать, ты меня тоже не жалел, братец. Теперь твоя очередь. Ну все, и начали!
фрукты и сладости? По какому случаю? По случаю того, что вы решили породниться. Породниться? С кем? С госпожой Камени, конечно. Что еще за глупость? Я не то хотел сказать. Ваша единственная дочь Анжу выходит замуж за сына Камени Махеша, если я не ошибаюсь. Так бы сразу и сказал. Но здесь я бессилен. Анжу он не нравится. Мне он тоже не нравится. Но что делать? Я их хлеб ем и должен выполнять их волю. А нравится мне или не нравится, меня никто не спрашивает. У меня уже сил нет терпеть их издевательства. Так и верчусь перед ними. То в одну сторону, то в другую. И все больше в другую. Да возьмите вы этого парня. Будет он перед вами по 14 месяцев в году хвостом вилять. Не нарадуйтесь. По 14? Как это? 2 месяца сверхурочно, но и получится 14. Какие сверхурочные? Не морочь мне голову. У твоих хозяев то так, то эдак. Договорился с Гиндамалом насчет дома. Да. Чек послал уже, а его вернули. Теперь я свадьбе речь зашла. Что он спятил, этот Гиндамал? Он не только с дуринкой, но и с хитринкой. С такими людьми надо быть всегда на чеку. Вы меня понимаете, конечно. Честно говоря, я и с самого начала не понимал тебя. Вот когда породнитесь с ними, поближе узнаете и поймете меня. А пока взгляните-ка на эту фотографию. Как замечательно они смотрятся, наши ангелочки. Прямо созданы друг для друга. Красота, да и только. Взгляните, какая пара. Канхая? Да нет же, вы его с кем-то спутали. Это не Канхая, а Махеш. Да я не о Махеше вовсе. Я об этом парне с цветами. Это Канхая. Нет, вы перепутали. Какой еще Канхая? Это Кишан. Это Канхая, Канхая, Канхая. Я этого афериста прекрасно знаю. Это Кишан, Кишан, Кишан. Уж я своего хозяина знаю, как никто другой. Нет, Канхая. Нет, Кишан. Канхая. Спорим на 5 рупий. Почему именно на 5? Потому что это мой дневной заработок. Хотите, ставьте больше. Но если я проиграю, плачу только 5. Устраивает? Вполне. Отлично. Идет. Кишан! Кишан зла! Кишан зла! Кишан! Ну что, убедились? Кишану слава! Ха-ха, да это и есть Канхая. О чем вы? Разве не слышите, что люди кричат? Кишан, 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 а не Канхая. Говори, что хочешь, но это Канхая. Канхая? Я этого мошенника запомню навсегда. Вы ошибаетесь, это Кишан. Вот и Махеш подтверждает, давайте мои 5 рупий. Дело не в деньгах, но это Канхая. Проиграли, платите. Такой богатый человек, а спорите из-за 5 рупий. Не стыдно. Канхая? Но это же ерунда. Как это ерунда? Нет, я не то имела в виду. Раз люди тебе не верят, что это Канхая, значит, не Канхая. А если не Канхая, то кто? Кишан. Глупости. Это Канхая. А кто мне не верит, пусть катится ко всем чертям. Ну что, ты узнаешь этот дом? Нет. Тогда так сделаем. Ты посиди в машине, я скоро вернусь. Не уходи никуда. Канхая! Анжу, ты откуда? А ты сам что тут делаешь? Пойдем со мной. Братец Кишан. А, братец Кишан, а у нас праздник. Вчера ночью наша корова Хасанти родила теленка, и по этому случаю папа прислал вам сладости. Идем, угостим Радху, а? Мы с Кишаном близнецы. Пока я не знаю, что с ним. Но я обязан найти своего брата. Чего бы мне это ни стоило? Канхая, я знаю, где твой брат. Да, я нашла его. Если так, надо обрадовать папу. Идем быстрее. Кишан. Братец, идем быстрее. Не стесняйся. Дядя, у нас гости. Это я. О,
Здрасте. Ну, минуту назад. Минуту назад я приехала. Папа сказал, чтобы я всегда заезжала к вам, когда окажусь в этих местах. Вот я и заехала. Дядя, а Махеш где? Махеш работает. Ой, то есть Махеш на работе в городе. Садись, дочка. Эй, чего это ты отдыхаешь? Скажи, лучше ты молоко папе отнес? Молоко? А, это Махеш? Не-не, Камени только что понесла папе молоко наверх. Папе? Ага. Здесь твой папа? Да, мой папа. А ты что, не знала? Нет. Да? Отлично. Я вас познакомлю. Хорошо. Идем. Папа Кишан жив. Папа, он нашелся. Ах, да. Это Анжу. Здравствуйте. Анжу из города. Это она нашла Кишана. Мы сейчас за ним съездим. Не надо. Я не сказала тебе. Он внизу, в машине. Правда? Кишан здесь, внизу? Да. Только он... Что с ним? Не знаю. Он потерял память. Потерял память? С ним что-то случилось. Он даже имя свое забыл. Кажется, я схожу с ума. Ой, опять он. Туда пошел. Влипли. Что нам делать? Кишан здесь, и ты тут. Они догадаются теперь. Все обойдется. Только держи себя в руках. Надо Кишана увезти отсюда. А? Здесь недалеко так. Есть храм. Идите туда и ждите меня. Кишан, ты где только что был? А? Ну да, стой здесь. Не уходи. Хорошо, дочка. Ты совсем недавно поднялась с Кишаном наверх. Но сейчас ты спускаешься, а Кишан здесь. Нет, дядя, я поднялась одна. Вам, наверное, показалось. Как же так? Я сам видел. Минуту назад ты и Кишан поднялись наверх. Да нет же, дядя, я была там одна. Одна. Я бы не стала лгать. Зачем мне это надо? Извините. Кишан, мне уже пора домой. Ты меня не проводишь? Кишан, идем. Пока, дядя. Давай, давай. Радка, у меня хорошие новости. Новости? Говори. Ты вечером все узнаешь. Приходи в храм, только обязательно. Мама! Дядя! Мама! Дядя! Что ты так кричишь, сынок? Ведь Ячаран нам правду сказал. Оказывается, это не Кишан, а Канхая. Как? Ты, видно, спятил. Я могу доказать это. Смотрите. Специально в город ездил, чтобы выяснить, у специалиста по дактилоскопии одинаковые ли это отпечатки. И что он сказал? Эти отпечатки пальцев совершенно разные, как я и ожидал. Это Кишан, а это Канхая. Да. Правда. Он не Кишан, а Канхая. Ах, вот оно что. Кишан давно уже отдыхает на том свете. А этот подонок Канхая, играя на сходстве с ним, решил обмануть нас. Неплохое начало. Но закончится эта история для него не очень радостно. Мне даже представить страшно, что я сделаю с ним, когда он окажется в моих руках. Где он? Храм, наверное, с Радхой пошел. Сегодня день бога Кришны. Thank you.
Ну что, вот мы и встретились опять. Ты меня зря тогда не убил. Уж на этот раз я постараюсь не оплошать. Готовься к смерти. Но сначала ты должен сказать мне, где мои деньги. Может, ты вспомнишь? Говори! Что вы ждете? Канхая? Канхая, ты весь в крови. Канхая! Канхая! Рорк, Канхая, что с тобой, Канхая? Что случилось? Я твой муж, любовь моя. Радха, я твой муж, Кишан. Кишан. Радха. Радха. Отпустите! Канхая! Канхая! А ну, вставай! Милая моя, может, хватит комедию разыгрывать? Теперь не Канхая твой повелитель, а я. Ты меня еще не забыл? Я же твой Шридхар. Наверное, вы спятили. Все отцу расскажу. Как вам только не стыдно говорить мне такие гадости. Заткнись! Ни тебе, ни твоему поганому псу Канхая говорить о стыде. И не надо строить из себя недотрогу. За твою честь теперь никто больше 2 рупий не даст. Нет, Канхая! Нет! Ну что, выродок? Нет! Прикинулся Кишаном и хотела вобрать меня до нитки, да? Пожалуйста, не бейте его! Это не Канхая! Это Кишан! Канхая! 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 Дай ему! Пожалуйста, я правду сказал. Я не Канхая. Я Кишан. Вы ошибаетесь, дядюшка.
У меня и в мыслях не было вас обманывать. Если хотите, могу палец приложить, только не бейте, пожалуйста. Мне ничего не нужно. Киша, Киша, мне ничего не нужно. Притворяешься, а потом опять возьмешься за старое. Нет. Надо же, как за... Подожди, макияж, еще успеешь. Кишан это или Канхая? Какая нам разница? Стоит ли обращать внимание на такие мелочи, если он при всех поставит свой отпечаток? Результат все равно один и тот же. А? Ну что, подонок, приложишь свой палец на этот раз или нет? Да. Не пойдешь на попятную, Кишан? Ну, ублюдок! А! Канхая? Нет, дядя. Здесь надо прикладывать два пальца сразу. Одного тебе будет мало. Перестань, Гейдамал, не надо таращить глаза, а то и так они у тебя как у рака. Ты что, никогда не видел близнецов? Посмотри на них, а? Внизу Кишан, наверху Канхая, а между ними твоя тонущая лодка. Близнецы? Канхая. Брат? Брат-близнец? Да, Кишан! Одна душа и два имени – Кишан и Канхая. А теперь позвольте перейти ко второму номеру в этом представлении. Канхая, смотри! Папа? Папа? Папа! Как ты вовремя! Молодчи на камени! Итак, господин секретарь, что вы сейчас скажете? Снизу Кишан и Канхая, а сверху на этот раз их тонущая лодка. Заберите их! Стоять! Ну что, чья взяла? Твое представление уже окончено, да? Теперь я стану объявлять номера. Хочешь узнать, что ждет твоего папашу-паралитика? Гейдамал, если с папой что-то случится, я вас хоть из-под земли достану, но отомщу. Вам не жить тогда! Оставьте его в покое! Конечно. Сынок... Оставить в покое папочку. Камени! Слышала, отпусти-ка папочку! Сейчас! Папа! 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 Нет! Папа! Папа! Прошу вас, пожалуйста, не издевайтесь от папы. Что он вам сделал, дядя? Ты ведь так предан своему отцу, сынок. Да? Иди спасай. Отпустите. Папа! 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 Кишан! Бей их! Бей! Не сдавайся! Бей их, Кишан! Папа!
Кишан, а господин Кишан. Что ты делаешь, сынок? Не надо, Кишан! Сдаемся, Кишан Канхая. Мы и так уже наказаны, пожалей нас. Сдаетесь, дядя. А как насчет отпечатка пальца? Ничего мне не надо. Не надо, дети, не надо. Работай. Заткнись, дурак. Мамочка. Конец твоей мамочке. Кишан. Канхая.